Давид, назначение резкости колонны, плита, ростер, стена, так, ветровая поебать. Если есть кнопка написать, надо было, а? Сейсмику надо было написать, хорошо? Давайте сейчас прямо будем писать. Так. Прямо сюда можно вписать? Так. 3D вид, да? Так. Вид. Давид, так, значит, здесь напишем тогда самое главное по результату расчета, да? Мягкий знак остался. Я вижу. Так. Так. Значит, это ж высота, так, балка, так, коэффициент 0,5 заменен на 1,0, да? Балка заменена на ферму, да? Ферму. Паренные балки, да? Балки заменены. Паренные, сварные, двутавровые. Балки заменены на ферму. Так. На ферму. Так, потом что еще? Спаренные с вами договоры. Так. Так. 3D вид, да? Так, назначение резкостей, да? Она все поплыла, а? А, все. Так. Надо вот так. Вот так сделать. Чтобы простой текст у нас получился. Так. Вот вид, разметка страница, оспаренная ферма, да? Так, высота фермы, да? В осях сколько у нас? 1,60 м. 1600 миллиметров. А ширина между фермами в осях, ага, сколько? Периметр, да, ширина пролета. Точно, сколько у нас? Так.
Так. В осях 3,9, да? По среднем пролете это 4 метра. Ровно 4, да? Ровно. Так, 4 метра, да? Хорошо. 4 метра. 4 метра. 4000 миллиметров, да? Так. В связи... все, хватит, наверное. Так. Так. Назначение жесткостей, да? Колонна, плита, ростверк, стена. Так. Прогибы. Вес конструкции. Перила. Снеговая. Пол постоянная. Ветровая по игре. Так. Здесь стоило бы текст добавить. Как мы сюда текст добавим теперь? Мика по X, да? Ага. Так, 8,2, 8,3, 8,4. Так. Мика. Ботев Y. По Y, да? Да. По Y. Так. Это... Девятый был по Y. Это теперь сейсмика по Z, да? Да. Сейсмика по Z. По Z. Так. Расчет по первому пределу. Они не поймут, что такое ПС. Результаты расчета по первому. Результаты расчета по второму. Так, расчет. Алло, у вас нет. Результаты расчета по местной чивости. Так, значит, программа, здесь же, где он, да? Так, расчет произведен на... 10 файлы. Так. Файл расчета, да? Файл расчета. Приложен. Так.
Сейсмика по Y, сейсмика по Z. Так, ставка номера страниц. Упс, номера страниц была. Внизу страница. Так. Так, теперь дальше. Вот эти. Широкий расчет. Так, вот здесь мост. Я закрою пока. Мост широкий. Самое главное по расчету здесь мост широкий, таблица деформации, да? Теперь смотрите. Таблица деформации. Так, а здесь напишем ставить. Так, квадрат. Здесь тоже квадрат. И получается равно это умножить на ее саму же. Так. Здесь тоже равно вот это. Так, теперь здесь надо вставить. Вставить. Итого. 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 Так. Так. Подождите. Так. Так. Итого плюс. Давай сетку Z на 10 поменяйте. Что? На 10. Номер сетку Z на 10 поменять. Итого минус, да. Так, итого плюс. Плюс. Итого минус, да? Здесь тоже итого плюс и итого минус. Теперь смотрите, которые вот здесь с плюсом были, да? Мы суммируем вот это плюс вот это плюс вот это, да? Которые с минусом были вот это плюс вот это плюс вот это. Так, теперь сюда равно плюсом, да, вот это, и с минусом вот это, плюс вот это, плюс вот это, плюс вот это, плюс вот это. Так, здесь тоже так получается. Вот это с плюсом одна только, да? Да. С минусом тоже одна. Так, лишние звуки скажите. Так, с плюсом вот это. С минусом вот это, да? Да. Здесь тоже итого с плюсом равно одна только оказывается, да? Да. А с минусом раз, два, три. Здесь тоже с плюсом только одна, да? Ага. А с минусом раз, два, три. Теперь пишем здесь квадрат.
Среднеквадратичная. Так. Среднеквадратичная, да? Так, теперь смотрите, равно корень из вот этого числа, да? И вот он, да? Так. Так, здесь тоже сюда корень из вот этого, да? Так, копируем, сюда вставляем, сюда вставляем, копируем, сюда вставляем, сюда вставляем. Так, теперь смотрите. Разница, да? Получается, между пролетом и опорой равно опора. Так, подождите. Равно вот это минус вот это, да? Так. Так, разница, да, между пролетом и опорой. Так, теперь здесь тоже у нас получается равно вот это минус вот это, да? А здесь будет равно наоборот. Так, вот это минус вот это. Так. Копируем. Заставляем. Заставляем. Так. Теперь пишем здесь. Основное. Так, может быть, сюда. Да? Основное. Статика. Так, получается у нас основное 1, да? И основное 2. Потому что ветры туда не добавляться будут. Так, смотрите. Получается вот это плюс вот это плюс вот это плюс вот это, плюс вот это, плюс вот это, да? Так, а теперь для этого ветровая другая будет, да? Так. Вот эту последнюю. Вместо К8 у нас будет К9, да? Так. Получается. Теперь дополнить это. Особое. Особое. 1. Так. Статика. Плюс сейсмика. X, да? И особое 2. Особых 2 сделаем. Сейсмика Y. Особых сделаем 4. Так, особое 3. Статика плюс. Так.
0,5 умножить на сейсмика y плюс, а то есть сейсмика x плюс сейсмика z. Так. Особая 3 и особая 4. Так, в четвертом особом сейсмика y. Так. Значит, получается... вот у нас будет... Так, теперь без ветра мы берем. Без ветра, да? Так. Плюс сейсмика x. Сейсмика x вот это, да? С минусом. Плюсовая, да? Минусовую, да, возьмем. Так. Подождите. Да. Так. Теперь сейсмика y. Так. Так, у нас плюс сейсмика y с минусом вот это, да? Теперь так. Сейсмика x умножается на 0,5 умножить на сейсмика плюс сейсмика z с минусом вот это, да? Так. Так, К16, К21, да? Здесь вместо К16, значит, будет К21. Здесь. 21. Так, теперь доля от пролета, да? Доля от пролета у нас получается... равно. Так. Так. Напишем при пролете 1600 одна трехсотая будет сколько? Равно 1600, 16 000, да, то есть делить на 353 миллиметра. Так, вот это мы отмечаем красным цветом. Нет, это курсив, оказывается, да? Так. И вот это зеленым, да? Так, теперь вот это все. Мы сможем вставить... Сместились они, да, опять?
Так. Что такие огромные сделали? Так, круги бы. Метровая игры. Так. Так, вот это. Так, пусть будет, да? Ну, в общем-то, все. Так, файл, печать. Все. Так, папку меняем. Так. Широкий расчет. Сохранить, да? Сейф. Так. Ну вот то же самое по узкому сделайте сами, хорошо? Хорошо. Я сейчас отправлю. Вы пересмотрите еще раз, здесь ничего сложного нет, окей? Ага.